Приветствую. Вы видите, я сегодня в кимоно. А это значит, что сегодня будет видео, конечно, про карате. У меня очень много на канале уходило видео про перемещение, которое называют челнок. Кто не видел, челнок я вам покажу. Вот он как выглядит. И вперед, и назад. Челнок – это перемещение с маленькими шажками, а есть перемещение с большими шажками. Это перемещение называется лягушкой. Я сегодня проговорю именно, как его делать и то, что не надо прыгать вот в этом переходе. Извините за мой голос, я просто чуть-чуть болею. Это видно по заложенному носу и по моему голосу, так что прошу прощения за кровь из ушей. Думаю, лучше я покажу, как это делается боком. Левой ногой. Соответственно, сначала мы встаем в стойку. Она делается на носках. Чтобы ее удержать, вот эту вот стойку, можно просто сделать припрыжку. Второе, что надо уметь, это мы сначала ставим этот ногу вперед, так, чтобы она была чуть прямая. И вот эту ногу, которая сзади, мы толкаем. То есть, типа мы скользим, но никак не прыгаем. И также назад. Но назад мы отталкиваемся именно вот этой ногой. Можно обмануть противника лягушкой. Сейчас вот я вам покажу, как бы мы, по сути, делаем так же лягушку. Можем подпрыгнуть, а можем скакать назад. Вот мы с вами уже умеем делать лягушку. Это, ну не сказать, чтобы сложно, но самое главное это не подпрыгивать, а именно скользить. Лучше это делать босиком, потому что в носках будет очень неудобно. Мы лягушкой этой сейчас обманули. А вот удары обманки и обманная траектория есть уже на канале. Можете посмотреть, либо же я оставлю в самом конце видео, либо же вот в подсказках. Они вот здесь вот будут.